А сейчас пришло время нашей традиционной рубрики, в которой мы рассказываем о том, какие премьеры фильмов можно будет посмотреть в ближайшие выходные в киноконцертном зале «Панорама». Новая прокатная неделя принесла нам фильм Гая Ричи «Операция Фортуна. Возрастное ограничение 18+». Фильм расскажет о выдающемся оперативнике по имени Орсон, его играет Джейсон Стейтем, которому предстоит собрать команду специалистов и убедить голливудского актера обеспечить достойное прикрытие, чтобы остановить продажу смертельного оружия. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Ты же актер? Играй. Очередной фильм от легендарной студии «Мельница» «Иван Царевич и Серый Волк 5». Возрастное ограничение 6+. Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. И захотелось отправиться туда не знаю когда. Вот только из-за эффекта одной бабочки произошла волшебная перезагрузка. Теперь во всем 39-м царстве никто не помнит, как Ивана звать. Включая саму Василису, а значит, снова нужно добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную. А вы кто вообще? Эдик. И, наконец, Каспер, легенда, возвращается. Возрастное ограничение 6+. Элизабет и ее отец отправляются разгадать секреты загадочного поместья Эховиль. По прибытии на место они знакомятся с самым добрым в мире привидением, которое обитает в стенах замка уже полвека. Теперь их ждут новые приключения и битва со злым драконом. Прости, что напугал. Называй меня Каспер. Эти фильмы, а также мультфильм «Умка. Возрастное ограничение 0+», о котором мы рассказывали накануне, вы сможете посмотреть в киноконцертном зале «Панорама». Добро пожаловать в удивительный мир кино.